В Тверской области получить льготный займ на развитие бизнеса стало проще. Заметную помощь предпринимателям оказывает региональный центр «Мой бизнес». Организация способствует получению необходимых средств в кратчайшие сроки и под минимальные проценты. Подробности в материале нашей съемочной группы. Директор мебельной компании Елену Кузнецову пандемия коронавируса и наложившийся на нее период ограничительных мер не испугали. В непростое время, признается предприниматель, стараешься всегда искать новые точки роста и пути развития. Так случилось и в этот раз. А когда дела окончательно наладились, руководство компании задумалось уже и о расширении. Для этого Елена Кузнецова обратилась в Центр содействия развитию предпринимательства «Мой бизнес» в Тверской области за льготным займом. Получили займ достаточно быстро. Документы мы оформляли в течение нескольких дней, ну там не более 2 недель. Конечно, очень приятно работать с новым современным офисом. Удобная, доступная среда для нас, как для предпринимателей, возможность проведения переговоров, в том числе и с кредитным менеджером. И таких примеров в Тверской области на сегодняшний день множество. Особая поддержка обеспечена бизнесу в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Губернатор Игорь Руденя считает, что в такой ситуации важно обеспечить стабильную работу предприятий. В Тверской области ведется работа по поддержке экономики малого бизнеса самозанятых граждан. Выдаются льготные кредиты, предоставляются госгарантии, реализуются другие меры. Льготные займы получили свыше 200 предпринимателей Верхневолжья, рассказывают в центре «Мой бизнес». Причем из самых разных отраслей – грузоперевозки, торговля, бытовые услуги, производственная сфера. Общее количество выданных средств – более 415 миллионов рублей. Многие предприниматели берут не по одному и даже не по 2 займа. Предприниматели, которые к нам обращаются, многие уже, можно сказать, по 10-му разу берут займы. Фонд предоставляет займы до 5 миллионов рублей. Максимальная процентная ставка на сегодня 4,25% годовых, не более. Есть программы, которые даже ниже этой процентной ставки. Например, у нас есть ряд приоритетных направлений, которые мы предоставляем займы под 3%. К таким приоритетным направлениям относится, например, так называемое женское предпринимательство. Если вы женщина, организовали свой бизнес и ведете его безубыточно на протяжении 3 последних лет, то вы вправе рассчитывать на льготный займ под 3% годовых. Примечательно, что процедуры получения займа в рамках любой из существующих программ, рассказывают в центре «Мой бизнес», на сегодняшний день максимально упрощены. Например, не нужно предоставлять справку из Федеральной налоговой службы об отсутствии задолженности по налогам. Это один из сложных документов, на формирование которого уходило немало времени. Вместе с тем, напоминают специалисты, деньги, полученные на льготных условиях, важно потратить по целевому направлению. Займы фонда целевые, то есть предприниматель берет деньги конкретно на определенную цель, связанную с бизнесом. Либо это пополнение оборотных средств, либо это приобретение основных средств, реконструкция, ремонт. В принципе, вот эти цели, которые я перечислила, они достаточно широкие, они охватывают весь спектр, необходимый предпринимателю для развития своего бизнеса, и максимально популярны. Иными словами, получив льготный займ на развитие бизнеса, его не стоит тратить на покупку квартиры или, например, личного автомобиля. В противном случае всю выданную ранее сумму придется вернуть назад, и не частями, а целиком.